25 сентября официально стартовал отопительный сезон. Однако не все горожане остались довольны температурой своих батарей. Вчера, допустим, не было, утром сегодня я уехала, не было. И причем у нас вода идет, вот я живу в этом доме, доме ТР, вода горячая, уже вот, наверное, полмесяца идет практически холодная, без давления. Откроешь горячий кран, она тоненькой-тоненькой струйкой льется, и холодная вода. Тепла вчера и сегодня утром еще не было. 24-го должны были дать, и еще пока холодно. Вчера вот трубы шумели, прокачивали, но тепла так не появилось. Скажите, пожалуйста, управляющая компания вас извещала о том, когда будет подключать? Не извещали, 25-го числа сказали, до сих пор нет. В ТГК нам пояснили, с их стороны все готово, авариях на сетях нет. ТЭЦ подают тепло в штатном режиме в соответствии с температурой за окном. Подключением же домов теперь занимаются управляшки. Магистральные внутриквартальные теплосети, а также основное вспомогательное оборудование лондонских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, включенные, находятся в работе. По оперативным данным ПАО ТНК-14 на 15.00 теплоноситель подан до стены здания жилфонда и объектов социальной сферы города Улан-Удэ. В настоящее время уже управляющая организация и ТСЖ осуществляет подключение домов к теплу. ПАО ТНК-14 напоминает, что в случаях отсутствия отопления необходимо обращаться в свои управляющие организации, поскольку именно они отвечают за подключение квартир к теплу. Чиновники уверены, что это обычная ситуация. И так каждый год, день в день, дать тепло во все квартиры города невозможно. Как пояснили в Комитете городского хозяйства, многие ТСЖ сами попросили отложить начало, вплоть до начала октября, в целях экономии. Жителям в первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию. Возможно, как раз сейчас ведется подключение. Ну а если управляющая компания мер не принимает, то уже обращаться в Комитет городского хозяйства. Но сейчас проблемных моментов нет, все идет по плану. Подключение идет планово. Конечно, в домах могут быть отдельные порывы, это все-таки техника, металл, это не исключено, но таких глобальных порывов на сетях сейчас нет. Если управляющая компания все же не торопится подключить вашу квартиру к теплу, подать жалобу можно в Комитет городского хозяйства по телефону 23 26 57. Алина Чертарова, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.